Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить отправку лидов из рекламного кабинета в Facebook на необходимый вам адрес электронной почты. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных Facebook. На этом этапе необходимо указать действие «Загрузить лиды». Теперь необходимо подключить ваш рекламный кабинет Facebook к системе Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать рекламную страницу, на которой настроены формы лидогенерации, а также выбрать «Да, подключать все текущие и новые формы», если вы хотите передавать лиды по всем формам, которые настроены. Либо из выпадающего списка выбрать «Нет, настроить формы индивидуально», если вы хотите отметить галочками какие-то конкретные формы. Теперь вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные по одному из лидов. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. На этом этапе вам необходимо выбрать почтовый сервис, который вы будете использовать в качестве отправителя своих писем. В данном случае я буду использовать почту Gmail. Но вы можете выбрать и другую систему, такую как Яндекс, Yahoo, Rambler и другие. Теперь необходимо указать действие. Отправить письмо. На этом этапе вам необходимо подключить аккаунт почты, который будет использоваться в качестве отправителя. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо заполнить поля для отправки сообщения данными из Facebook или прописать значение вручную. Теперь необходимо указать адрес электронной почты, на который будут приходить данные о новых лидах. Теперь необходимо составить тело письма, которое будет состоять из данных, прописанных вручную, и переменных из выпадающего списка. Обратите внимание, если по разным формам у вас настроены разные поля для сбора контактов, вам необходимо к одному значению указать сразу несколько переменных. В данном случае для имени я выберу сразу две переменные – полное имя и full name. Аналогичным образом я поступлю с имейлом и телефоном. Когда все необходимые переменные назначены в теле письма, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться на почту при каждом новом лиде из Facebook. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Gmail». После успешной отправки проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных Gmail успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут.
На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!